топи до болота преодолели южноуральские экстремалы и испытали свои самодельные внедорожники на прочность. Под Златоустом прошли соревнования по трофи-рейду. Участникам дают координаты нескольких точек, они должны пройти их за один световой день по бездорожью. 22 машины из Челябинска, МИАСа, Златоуста и Магнитогорска преодолевают вертикальные спуски, подъемы, болота и почти 1,5 километра реки, находясь по грудь в воде. Свои вездеходы участники сами собирают и совершенствуют. В каждом автомобиле есть ремни безопасности, которого они находятся. То есть просовывается рука здесь и крепятся они вот здесь. А в этом автомобиле есть еще и двигатель от вертолета мощностью 350 лошадиных сил. Алексей Кропотин собирал машину 2 года. Внутри помещаются 3 человека, поэтому транспорт символично назвали «Горыныч». На своем «Змее» Алексей участвует в соревнованиях по трофи-рейду уже 5 лет и 2 раза становился чемпионом Южного Урала. Как автопром. Пытаемся что-то изобрести новое, но чтобы этим можно было пользоваться. Вот. А это, в первую очередь, это хобби, это увлечение. Стартуют в 9 утра, а финишируют около полуночи. В этом году площадкой для гонки стала река Ай. Конечно, мы стараемся территорию выбрать, чтобы побольше воды, чтобы как бы, ну, никаких пожаров от нас ничего не было. То есть, чтобы можно было доехать пожарной машине, там, скорой помощи, чтобы это было в зоне досягаемости. После этих соревнований участники едут в другие регионы – Екатеринбург, Уфу, Казань. Там тоже проводят гонки по бездорожью.